20:00 в Украине. В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Дебальцевский плацдарм. Идет битва за Углегорск. Потенциальные призывники. Смогут ли они выехать за рубеж? Видеозапись парижского теракта. Где она сейчас и кому была адресована? За границу через военкомат. Президент поручил Кабмину урегулировать вопрос выезда за рубеж украинцев призывного возраста. Что это значит и как это будет работать? Ярослав Кречко разбирался. Село Черновка, Черновицкая область. До границы с Румынией чуть более 60 километров. Именно за границей почти все мужское население деревни. Кто-то давно на заработках, а кто-то уехал, как только начали разносить повестки. Малому моему приходил. И он еще два раза. Я не знаю, что будет. На улицах Черновки в основном женщины и пенсионеры. В село, где 2000 жителей, сейчас пришло 62 повестки. 35 мы уже поразносили. Ну, разносили по домам, а нема никого. Пришли, а дома нема, поехали. Тоже мы так знаем в селе, что их нема никого, они себе выехали. Но уже в ближайшее время выехать за границу, вероятно, можно будет только с разрешения военкомата. Там будут выдавать специальные справки, говорят в Минобороны. Это как вспомогательное для того, чтобы мы определяли причину выезда за границу и так далее. Правда, тут же признают, пока запретить выезд призывникам невозможно. Юристы утверждают, для этого нужен отдельный законопроект. Очевидно, именно его разработкой и займутся в Кабмине. Це конституційне право на свободу пересування, і воно може бути обмежено лише при введенні воєнного стану. Якщо ж буде прийнятий розроблений відповідний законопроект, то тоді вже такі обмеження будуть законними. В ефективності такої мобілізації не уверені експерти. Во-первых, это увеличит коррупцию в воєнкоматах. Во-вторых, бойовий дух і готовність тих, кого силой загоняют в армію, не на висоті. Воевать сегодня в современной войне, тем более в террористической войне, вот как ее называют там, да, гибридная война, там, сетевая война, нужны профессионалы. От призванных крестьян, комбайнеров и прочего толку очень мало. Впрочем, даже из небольшой Черновки на фронте уже 8 человек, все добровольцы. И когда одни своих детей отговаривают, другие их выбор понимают. Это не то, что там хочу, не хочу, и мама не пускает. Ну, я не обязан, знаешь, должен быть военно обязанный. Я уже 60 лет, у меня уже не берут, но я пошел бы. По данным Минобороны, желание идти на фронт есть у каждого пятого призывника. В то же время под следствием за уклонение от службы уже почти 7500 человек. Есть и судебные решения. В основном это штрафы и условные сроки. Ярослав Кречко, Ольга Паламарюк, Игорь Антонюк. Подробности, телеканал Интер. Углегорск. Боевики массированно атакуют этот город, который находится всего в 14 километрах от Дебальцева. Идет бой, ситуация нестабильна. С нами на связи Вениамин Трубачев, он находится сейчас в зоне АТО. Веня, здравствуй. Что происходит сейчас? Какой расклад сил? Действительно, не прекращаются бои на Дебальцевском плацдарме. Самая горячая точка – это действительно Углегорск. Боевики не оставляют попыток взять под контроль этот город. На данный момент там продолжаются уличные бои. Ситуация меняется буквально каждый час. И вот в штабе АТО говорят, что террористы захватили только часть города. Остальные районы контролируют украинская армия, украинские подразделения. Также боевики непрерывно обстреливают и сам город Дебальцево. В нем в городе стоит постоянный грохот от взрывов. И люди прячутся в подвалах. Дома каждый день у кого-то разбомбливают новые. Выехать не можем по многим причинам. Отсутствие финансов, возможности выехать. Родители у меня престарелые, мать инвалид первой группы. Только за сегодня в Дебальцево погибло 12 местных жителей. Это данные милиции. Во время небольших перерывов между обстрелами люди уезжают из города. Выбраться им помогают волонтеры и военные. Вот дорогу, по которой едут мирные люди, боевики тоже обстреливают. Поэтому водители стараются ехать очень быстро. И вот в городе сейчас нет электричества, воды и газа. Также люди покидают и другие населенные пункты, расположенные на Дебальцевском плацдарме. В частности, речь идет о поселке Миронов. И городе Светлодарск. Много желающих уехать? Очень много. Очень много уехало своим ходом. А сейчас мы только берем родителей и детей сейчас в автобус, а семьи своим ходом.
В то же время, по данным украинской разведки, боевики получают подкрепление из России. В их расположении сейчас оказались зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и самоходные пушки «Пион». Украинские войска продолжают тоже укреплять и усиливать техникой свои позиции. Вот на передовую идут, не прекращаясь, идут колонны танков, БМП и БТРов. Не надо упаднические эти настроения. Мы стояли, стоим и стоять будем на своей украинской земле, и враг дальше не пройдет. Сложная ситуация сейчас и в Луганской области. Бои идут вблизи станицы Луганской, Крымского и Счастья. Там боевики применяют тяжелую артиллерию и грады. Также на этом участке фронта активизировались диверсионные группы противника. Им противостоят украинские бойцы, которые едва ли не ежедневно задерживают либо боевиков, либо их пособников. Буквально позавчера и вчера то были попытки проникновения групп. Ну, были отражены и ушли группы опять назад. Еще одна горячая точка – это район Донецкого аэропорта. Там продолжаются артиллерийские бои. Также боевики обстреливают соседний поселок Пески и Авдеевку. Украинская армия там ведет ответный огонь. Ситуация там тоже очень напряженная. Наталья. Спасибо, Веня. Вениамин Трубачев о боях в районе Дебальцево. Уличные бои, жизнь без света, без тепла, без воды и под обстрелами. Как выживают люди в оккупированных городах? Сегодня нам удалось пообщаться с жителями Луганска, Донецка и Красногоровки. И вот что они рассказали. Сейчас идет бой в районе городского завода «Ир». Это практически центр города Луганска. Стреляют не только это автоматическое стрелковое оружие, но и по звуку стреляют, как из минометов. Говорят, что это очередные какие-то местные разборки между местными боевиками и российскими. Тогда не может быть никакие там столкновения с украинцами, потому что наши выбранные силы находятся на ближайшем месте 30-40 километров. Только что закончился обстрел города Красногоровки. Обстрел длился 1.5 часа. Есть разрушение. Отсутствует в городе электроэнергия. Тепла в городе нету. Люди покидают город. Идут в сторону Курахова, в сторону Красноармейска, Димитрова, Запорожья. Ну, значит, пропусков, да, есть какие-то просветления, чтобы пропускают более-менее даже, если с детьми, то зеленый коридор обеспечивают. Стреляют иногда, время от времени слышны и автоматные очереди, и тяжелая артиллерия явно. Но по сравнению с прошлыми днями, сегодня тише. Открылось очень много маршрутов, связанных с Россией. 21 новый маршрут на разные города России. Сегодня на моих глазах загружались люди в российский автобус, который шел до Ростова, и полностью переходят все образовательные учреждения на российские программы. Уже выпущены первые пробные образцы букваря. Было объявлено, что дипломы наши вузов и аттестаты будут уже российского образца. Мариупольское направление также подвергается атакам боевиков. С нами на связи Эльвина Сидбулаева. Она находится там, на месте. Эля, здравствуй. Какая последняя информация? Да, Наташа, вот с утра в Мариупольском направлении началось очередной атаки. Российские боевики продолжают вести обстрелы недалеко от Павлополя. Снаряды от тяжелых орудий попали в жилой массив, в частности в дачи. Хоть и опасно, но тут продолжают жить люди. Большинство выехало, осколки снарядов полностью разрушили крыши и стены. Вот местные жители придется строить дачу с нуля. Вот взрывной волной вынесло стену. Следующая дача, можно сказать, разбита осколками, крыша сорвана, провода порваты, света нет. И вот боевики ведут огонь из всех видов оружия. По словам наших защитников, атакуют каждый день и по несколько раз из градов и минометов. Чаще минометы. Скорее всего, что-то типа по типу «Василек», то есть автоматические минометы. Раньше были, скажем, обычные, стандартные. Больше всего похоже, что это уже регулярно российские войска работают. Новые виды оружия, это оружие дорогостоящее.
И сегодня прошел митинг в памяти о жертвах обстрела Восточного. Начался он с гимна. В Черную субботу погиб 31 мариуполец. Почтили минуты молчания. Многие плакали, вспоминая происходящее. И свое настоящее будущее видят только в Единой Украине. Просто так забуты. Чтобы война кончилась, чтобы Украина была единой. Я украинский флаг, потому что это флаг нашей Родины. После Крыма я просто, мне стыдно было, что я русская. Стыдно мне было. Я за Украину, за цельную, неделимую, прекрасную Украину. И вот сегодня наши военные запустили беспилотник над Саханкой. Это территория оккупированная, так называемая ДНР. Украинские военные обнаружили бронетехнику и скопление живой силы противника. Нанесли огневой налет из града. В результате уничтожен один танк. Сколько погибло с той стороны, со стороны противника, пока неизвестно. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева из Мариуполя была с нами на связи. И почти 4 часа продолжалась встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Никаких документов не подписали. В заседании участвовали экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, член ВСЕ Хайдет Ильявини, а также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Пушилин и Дейнега. Был на встрече Виктор Медведчук. Он прибыл в машине российского посла Зурабова. Встреча была закрытой. И вот что рассказала нам о ходе встречи наша коллега-журналист Радио Свобода. Сегодня, хотя уже мало кто ожидал, но все участники ее прибыли. Началось для журналистов, все началось опять же в аэропорту. Почему-то это очень любимое место для подходов и таких небольших брифингов вот Пушилина и Дайнеги. Они где-то в 2 часа дня всех собрали, заявили, что ждут украинскую сторону, будут обсуждать прекращение огня и отвод тяжелого вооружения. Приднестровье. Границу с этой непризнанной республикой теперь охраняют не только пограничники, но и бойцы Нацгвардии. Зачем они там нужны и чем занимаются, узнавал Андрей Анастасов. Одесская область, граница с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Наиболее уязвимая 120 километров. Вдоль ров глубиной 4 метра. Его патрулируют пограничники. Теперь вместе с бойцами Нацгвардии. Главное, говорят, не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп и бандформирований. Регионы Украины показали, что могут быть выбухи, могут быть провокации в вигляді там виключення води, підриву бензоколонок. Тобто тут все может быть. Тут полный перелік. Нацгвардейцы обустроили здесь основательно, оборудовали мобильные модули, блокпосты и другие пункты. Местные помогают им и свободными руками, и продуктами. После радиационной работы они поняли, что Национальная гвардия Украины прибыла сюда для сохранения мира и недоторканности. Еще в середине января российские военные, находящиеся в Приднестровье, а это около 400 человек, начали учения и подготовку снайперов. Затем вооруженные силы и самого Приднестровья решили проверить готовность к мобилизации. Министр обороны республики в интервью местным журналистам намекнул на Украину. Все очень хорошо знают ту обстановку, которая сложилась у границ Приднестровской и Молдавской республики. В соответствии с этим строится и наша боевая подготовка. Да и ситуация с экономикой в Приднестровье сейчас крайне сложная. Если до сих пор Россия активно выделяла финансовую помощь, то теперь отказалась. Девальвация рубля, спад налоговых поступлений от внешней торговли. В первую очередь это ударило по пенсионерам. Россия, например, на 2 месяца заморозила им выплаты традиционных надбавок. Какая реальность, что не доплатили хлебных нам? И российских не доплатили. Не знаем, почему не уплатили, но сказали, пообещали, что в марте выплатят. При этом большинство приднестровских СМИ в экономических бедах республики винят Украину. Стоит отметить, что поймать сигналы этих телеканалов в приграничных украинских селах зачастую намного легче, чем отечественные. Так что Киеву стоит подумать еще и об информационной безопасности в этом регионе. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности телеканал Интер, Одесская область.
С шинами и флагами к Полтавской мэрии пришли сегодня около 1500 человек. Люди возмущены тем, что накануне депутаты не признали самопровозглашенные ЛНР и ДНР террористическими организациями, а Россию страной-агрессором. Не хватило всего лишь 6 голосов. Собравшиеся решили не дожидаться 3 февраля, когда на внеочередном заседании Горсовета эти вопросы будут голосовать повторно, и требовали сделать это немедленно, но кворума не было. Активисты разошлись, но пообещали, что придут 3 февраля, и тогда уже точно не дадут провалить голосование. Большинство полтавцев вважає Россию країною-агресором. Ця міська рада має бути розпущена якомога швидше, бо вона не відзеркалює настрої полтавців. Мені соромно. Я прожив все життя в Полтаві, пропрацював, і такого як Мамай треба гнати, і частину депутатів. Визнати необхідність і призначити дату проведення позачергових виборів міського голови. Перше. Друге. Визначити дату і провести рішення виборів, позачергові вибори депутатів міської ради. С собой только самое необходимое. Документы, вода, аптечка и телефоны. Лучше подготовить такую тревожную сумку заранее. Вот такие объявления появились на подъездах киевских домов. В них госслужба по чрезвычайным ситуациям рассказывает, как вести себя в случае опасности. И главное, где ближайшее бомбоубежище, в котором можно укрыться. Ничего мне это поможет. Тому що завалиться. Ви ж бачите, вже яка нова зброя. Що цілі 2 метри яму викопує. Такі брати ми маємо. Сходиться завалять, так, і вхід туди буде закритий. Як люди звідти вибудуть? Пропадуть. В столичных бомбоубежищах еще летом побывал мой коллега Руслан Смещук. Тогда он выяснил, что укрытия на содержании предприятий готовы принять людей. Здесь есть кровати, автономный генератор, запасы воды, туалет, система очистки воздуха. А вот с убежищами на балансе города ситуация печальная. Вентиляции, света нет, насосы украли, часть этих помещений вообще продали. Получается, случись бомбежка, прятаться киевлянам придется в метро и подвалах. Самый медийный парижский террорист, оказывается, оставил видео захвата заложников и убийства в кошерном супермаркете. Зачем он это сделал и кому предназначалась эта запись? Подробнее София Гордиенко. Амеди Кулибали – это не тот персонаж, который свои тайны уносит в могилу. Он любил публику, съемки и снимки. И вот кадры, на которых видны условия содержания во французской тюрьме. Отсутствие души, как уличных, так и внутренних. Еду готовят на бутылках из-под колы. Один из авторов и героев – Амеди Кулибали. Он даже появляется мельком, спиной. Если с бытом во французских тюрьмах беда, то оказывается духовных скреп в изобилии. Именно здесь мелкий хулиган Кулибали уверовал в Аллаха и понял, в чем его жизненное призвание. Освобождение заложников в кошерном супермаркете снимало немало зевак. Но оказывается, все это время камера была и внутри здания, на одежде Амеди Кулибали. Он снимал свой джихад, комментировал происходящее, собирался все выложить в интернет. По крайней мере, такие данные есть у французских журналистов. Он мог адресовать это видео тем мусульманам, которых встречал в парижской мечети, проживающим в нашем регионе, с призывом принимать эстафету террористических атак. Успел ли Кулибали отправить кадры с бойней, устроенной во славу Аллаха, в сеть до того, как его убили снайперы, неизвестно. Полицейские ищут и видео, и тех, кому оно могло быть адресовано. А Кулибали своего добился. Он прославился, стал героем для многих радикалов, которые вместо знаменитой на весь мир фразы «Je suis Charlie» говорят «Je suis Кулибали». София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Воевать на виртуальных просторах решили в Великобритании. Здесь создают специальное подразделение. Что это за методы войны, когда слово бьет не хуже пули? Знает Оксана Кундеренко. Как только их не называют, бойцы невидимого фронта, киберкоманда с батальон Твиттер, официальное название бригада 77, подразделение, чье поле боя не знает границ, где завоевывать нужно не плацдармы, а умы. Новая группа в составе британских спецслужб будет состоять не только из военных. Гражданские лица, эксперты социальных медиа изучат психологические тактики партизанской войны и пополнят виртуальные ряды защитников Родины. Бригаду даже окрестили в честь партизанского отряда Чингиты, который во время Второй мировой воевал в Бирме. Нам нужно объединить усилия, чтобы помешать коммуникации террористов. Уже сейчас Британия и США обмениваются данными на уровне спецслужб. И это спасает жизни в разных странах. Говоря о разных странах, британцы имеют в виду в том числе и Украину, где информационные битвы – неотъемлемая часть противостояния.
Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, другие соцсети – это источники, откуда люди получают информацию. Креативные солдаты призваны использовать нетрадиционные методы, чтобы донести свои послания аудитории. В этом они пока отстают, признаются в британской армии. Боевики ИГИЛ, например, гораздо успешнее используют интернет для коммуникации, вербовки и обучения террористов. Что-то похожее происходит и на Донбассе. Может, и украинской армии не помешает киберподразделение? Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Протесты в Вене. Кто против кого и при чем здесь танцы? Кто встал на защиту Ильича в Запорожье и помогла ли ему вышиванка? Пожарные вертолеты спецоперация. Сколько стоит собачья жизнь в Лос-Анджелесе? Президент Петр Порошенко пригласил автора радикальных экономических реформ в Польше Лешика Бальцеровича стать постоянным экспертом в процессе преобразования в Украине. Эту возможность Порошенко и Бальцерович обсудили во время встречи в Киеве. Как сказал президент, Польша для Украины образец удачно проведенных реформ. Автор польской шоковой терапии назвал три главных фактора для успеха преобразований: стратегия, скорость реализации и команда реформаторов. Если бы мы могли наладить регулярные консультации, в которых вы могли бы быть экспертом по внедрению плана реформ, ваше весомое мнение могло бы тут же учитываться в тексте реформ. С одной стороны, есть труднейшая ситуация, в основном вызванная российской агрессией, но с другой стороны, это огромная возможность. Очень важно показать, что Украина реформируется. Во Львовской области погиб военнослужащий. Солдата-контрактника ранил его же товарищ по службе. Парень скончался в больнице. В военной прокуратуре рассказали, это произошло, когда солдаты возвращались с дежурной смены охраны военного объекта и зашли в помещение погреться. Там один из военнослужащих случайно выстрелил в грудь другому. Уголовное производство открыто по статье «Неосторожное обращение с оружием», которое привело к смерти. Обставины уточнюються, зброя вилучена для криміналістичної експертизи. На даний час вдалося встановити, що обидвоє молодих людей були земляками і жодних неприязнених стосунків між ними, які б могли стати причиною для навмисного вбивства, немає. Громкое разоблачение, которое почти ничем не закончилось, это об історії з кришуванням наркобізнесу в Кіровограді. Подробності знає Єлена Бринза. Еще летом прошлого года сотрудники УБОПа задержали банду наркоторговцев и выяснили интересные детали. На этой видеозаписи один из задержанных, водитель, подробно рассказывает, как местная милиция крышует наркобизнес и называет фамилии тех, кто в деле. Среди них бывший замначальник Александрийского городского управления милиции Александр Козловский и четверо его подчиненных. Заезжали, брали гроши примерно здесь около 3000 долларов. І їздили вони до цього, до Козловського. Возили йому гроші. І це був не єдиний свідетель. Але міліціонери намагалися перевести стрілки, обвинив в кришуванні наркобізнесу своїх же колег із УБОПа. Нашли таксиста і заставили підписати лжесвідетельство. Я писав на Могилюка, в частності на Чорнобривця, заяву, що вони там гроші потребують, і те, що їм давав гроші, це я ще писав під диктовку. Суд уже отправил троих наркодилеров в тюрьму, а Роман Чабан, который откровенничал перед камерой, под домашним арестом. Но вот что поразительно, из 5 милиционеров, фамилии которых фигурировали в деле о наркотиках, двое продолжают и сегодня работать в органах и даже пошли на повышение. Александр Козловский, замначальника городского УВД, просто перевели из Александрии, и сейчас он возглавляет милицию Новомиргородского района. Было ли служебное расследование, мы пытались узнать у главного милиционера области Анатолия Витюка. Но руководство отмалчивается, комментирует пресс-служба. Мы утримуемся от будь-яких детальных комментариев, оскільки как и свідчення в'язня, так и видеоряд находятся на вивченні у прокуратуре. В областной прокуратуре уверяют, это видео, снятое еще полгода назад, получили только на прошлой неделе. Открыли уголовное производство, на обвинение пока никому не предъявили. Основная версия следствия сводится до того, что в місті Олександрії организовано мережу збуту наркотичних речовин під прикриттям органів внутрішніх справ. Чому на свідчення показання в матеріалах діло кілька місяців закривали очі, а головний фігурант навіть пішов на повищення ні в міліції, ні в прокуратурі. Нам об'яснити так і не захотіли. Єлена Бринза, Володимир Кувакін, подробності, телеканал Інтер, Кіровоградська область. В
Харькове упал очередной вождь. Сегодня ночью повалили бюст Владимира Ленина, который стоял в районе Залютина. Шею Ильича обвязали тросом, расшатали и сорвали с постамента неизвестные. Бюст, к слову, уцелел. На нем не осталось ни единой вмятины. В харьковской ячейке «Свободы» сообщили, что Ленина сбросили патриоты. Но то, что это дело рук их активистов, отрицают. В милиции на инцидент пока никак не реагируют. А вот в Запорожье Ильича отбили. Кто встал на его защиту и сколько еще простоит этот вождь? Сергей Бордюжа подробнее. Снести памятник Ленину в Запорожье призвала новоиспеченная общественная организация «Сила наций». На площадь пришли несколько сотен человек, преимущественно молодежь. По периметру памятника за металлическим ограждением с табличкой «Площадь реконструкции» милиция со щитами и флагами Украины. Ребята, не позорьте наш государственный флаг! Уберите от этого идола! Что вам ваши дети потом скажут? Чуть позже к Ленину подтянулись люди с флагами УНА-УНСО. Все ждали спецтехники для демонтажа скульптуры. Где она и почему не приехала, никто не объяснил. Многие собравшиеся просто не желали общаться. Как ей объяснить, почему решили именно сейчас снести этот памятник? Коммунисты себя, скажем так, зарекомендовали с поганой стороны. Чекаем лучших перемен. Идол нам не потребен. Как только стемнело, собравшиеся попытались пробиться к памятнику Ленина сквозь кордоны милиции. Правоохранители полетело несколько петард. Но попытка взять штурмом огромный постамент успехом не увенчалась. Нескольких активистов задержали. Когда страсти стали накаляться, прибыло милицейское подкрепление. Стороны стали договариваться. В результате активисты отправили на переговоры инициативную группу. Говорят, поставят ультиматум – недельный срок демонтировать памятник Ленину. Если за неделю ничего не изменится, приглашаем всех на следующие выходные прийти. Этот идол нам не нужен. Сколько еще простоит Ильич и спасет ли его вышиванка – вопрос. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, телеканал «Интер», Запорожье. В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами. Два человека погибли. Это гражданки Украины и Чехии. Еще 25 получили травмы. Автобус следовал по маршруту Прага-Ужгород. Он съехал с дороги и врезался в столб. Предположительно, виноват водитель, который в снегопад превысил скорость и не справился с управлением. Принадлежал автобус чешской туристической компании. Неспокойная Вена, протесты и потасовки в самом центре австрийской столицы. Кто протестовал против кого и при чем здесь танцы, расскажет Татьяна Лагунова. 5000 человек в самом центре Вены. Все они собрались, чтобы не пустить в дворцовый комплекс Хофбург нарядных дам и кавалеров. Это протест против ежегодного академического бала. Вернее, не против самого мероприятия, а против его организаторов и участников. Бал каждый год проводит крайне правая политическая сила, австрийская партия свободы. И, соответственно, приглашает единомышленников. А представители левых движений протестуют. Я мирно протестую против фашизма и национализма. Правая партия продвигает свои идеи, и я, как и многие в Вене, категорически против их. Большинство действительно протестовали мирно, выкрикивали лозунги, танцевали или, например, блокировали подъезды к месту проведения бала. Да и власти города подготовились основательно, порядок охраняли 2500 полицейских. Но без потасовок все же не обошлось. Самые активные протестующие решили помериться силами с полицейскими и забросали стражей порядка камнями и бутылками. Итог неспокойной венской ночи таков. Травмы получили 6 полицейских и 4 демонстранта. Более 50 человек арестованы. Бал состоялся. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Кто он? Транссексуал, собравшийся в президенты Польши. За что после посещения библиотеки отчислили американскую студентку и почему чудом выживших детей не отдают матерям в Мексике? Об этом и не только в нашем обзоре. 9 новорожденных малышей чудом уцелели после взрыва возле роддома в Мексике. Их нашли под завалами с легкими травмами, но не спешат отдавать родителям. Дети, которым всего пару часов от роду, были без больничных браслетов, на которых указывают фамилии. Так что матерям их отдадут только после ДНК-тестов. В Польше транссексуал выдвигает свою кандидатуру на пост президента. До 2009-го депутат Сейма Анна Гродска была известна как Кшиштоф Бенговский. Депутатом стал уже после окончательной смены пола. Гродска первый и единственный трансгендер в Национальной ассамблее Польши. Ей 60, и она известная модница. Каждый раз выступает с трибуны в новом платье.
быстрый, но сомнительный путь к успеху. 19-летняя американская студентка стала порнозвездой после откровенной съемки в университетской библиотеке. Это разгар учебного дня, уголок читального зала. И вот самые приличные кадры ее эротического ролика. Получасовое видео обернулось для девушки не только исключением из вуза, штрафом в $6000, но и годом лишения свободы. С опозданием на 65 лет британец вернул книгу, взятую в школьной библиотеке. 82-летний Джей Тидмарш обнаружил сборник Сомерсета Моэма, разбирая шкаф, и решил не просто вернуть экземпляр, а еще и добровольно заплатить штраф. 1500 фунтов, это около 40 000 гривен. Правда, реальное взыскание за 65-летнюю просрочку должно было составить почти вдвое больше. Пожарная бригада, спасательный вертолет и специально разработанная операция. Все ради собаки, оказавшейся в разлившихся водах реки Лос-Анджелес. Продрогшие животные согрели на берегу и отвезли в ближайший приют. Кличку для пса выбирали недолго. Назвали Лаки. Это в переводе «счастливчик». Кому должен был достаться гроб убийцы Кеннеди и в чьем убийстве обвиняют знаменитого рэпера? Об этом сегодня говорит вся Америка. С подробностями Дмитрий Еловский. Дело, которому больше 50 лет. Убийца Кеннеди Ли Харви Освальд погиб от выстрела, когда его в 60-х приводили из одной тюрьмы в другую. В него выстрелил человек из толпы, горячий поклонник президента Кеннеди по имени Джек Руби. Освальда похоронили в Техасе, но на этом история не закончилась. Над гробом убийцы крали, а его гроб был вроде как уничтожен похоронным агентством. Но пару месяцев назад выяснилось, что гроб все-таки есть. Более того, его даже выставили на аукцион и купили почти за $90 000. Но началось разбирательство, и суд постановил, что гроб все-таки должен принадлежать брату Освальда по имени Роберт, а не похоронному бюро. Гроб там и хранился, кстати, до недавнего времени. Купившему этот лот он так и не успел перейти. И вот теперь адвокат Освальда говорит, что тот намерен уничтожить его, ну, как можно скорее. К слову, это уже второй гроб убийцы Кеннеди. В начале 80-х его перезахоронили. Еще один очень громкий процесс, который уже успел шокировать всю Америку. Мэриан Найт, известный рэпер и продюсер, обвиняется ни много ни мало в убийстве человека. Полиция утверждает, он сбил насмерть прохожего на своем пикапе. Сейчас за задержанного назначен залог в $2 000 000. Защита продюсера говорит, что рэпер, ну, якобы спасался в Лос-Анджелесе от каких-то уличных бандитов и случайно сбил человека. Мэриан Найт по прозвищу Шук, личность довольно известная. Он вставал в звукозаписывающую студию, где писали свои альбомы многие звезды хип-хопа, в том числе и Снуп Дог, и Тупак Шакур. Но в мире рэп-музыки криминал, к сожалению, бывает не только в песнях, но и в реальной жизни. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности на американское бюро телеканала Интер. А в Израиле бурно обсуждают предвыборный оборот стеклотары в высших эшелонах власти. Кто сдавал бутылки от напитков, выпитых в резиденции премьера? Кто все это выпил? И почему этот вопрос интересует главного контролера государства? Подробнее Сергей Ауслендер. Он в Тель-Авиве. Вот бутылка из-под вина, из-под питьевой воды и из-под сока. За каждую в магазине полагается возврат, примерно 10 центов. Кто бы мог подумать, что из-за такой мелочи разразится жуткий скандал с участием первой леди Израиль. Премьер-министр государства, как и все нормальные люди, пьет один и в компании. Не знаю, какой напиток он именно предпочитает, но после выпитого остается тара, которую под бдительным присмотром Сары Нетаньягу сдавали в магазин. А вот вырученные деньги, по словам завхоза резиденции премьер-министра, жена этого самого премьер-министра присваивала себе, хотя по закону должна была вернуть их государству. Судя по всему, что чита Нетаньяху по этому поводу молчит, скорее всего, и то, что об этом знали юридический советник правительства и госконтролер, есть в Израиле такие важные должности, говорит о том, что это действительно так. И представить себе, что жена, ну как Барака Обамы, жена Порошенко, предположим, сдавала бутылки во вторсырье и клала деньги в карман, совершенно невозможно. Это значит, люди, как минимум, могут опускаться до такой степени. Это невероятная история, которая говорит о том, что надо меньше пить. Скандал с хищением средств при сдаче бутылок дошел аж до офиса госконтролера, эдакого государева ока, которое следит за чиновниками. Но там сочли, что Сара Нетаньягу не госслужащая, а всего лишь замужем за госслужащим, поэтому передали дело в ведение юридического советника правительства, должность наподобие генпрокурора. Там, в свою очередь, разобравшись, с какими хищениями они имеют дело, отфутболили его назад, и пока оно путешествует между двумя
инстанциями. К слову сказать, это не первая громкая история с участием Сары Нетаньяху. Ее обвиняли и в грубости по отношению к прислуге, и в том, что она этой прислуге недоплачивает, и в том, что она якобы злоупотребляет алкоголем. И вот, наконец, история с этой стеклотарой. Злые языки даже поговаривают, что это она якобы руководит государством, а не ее муж Бениамин Нетаньяху. И все это произошло в преддверии выборов, когда партия Нетаньяху по опросам стремительно теряет популярность. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Самая последняя информация постоянно обновляется на нашем сайте подробности.ua. Завтра в этой студии итоги недели подведет Дмитрий Анопченко. Я прощаюсь с вами до понедельника. До встречи в подробностях.